Привет, меня зовут Винчи, и это последняя серия прохождения Сумеречного леса. За целый сезон у меня с подписчиками была куча приключений, сражений со всеми видами боссов и решения разных головоломок. Но что же будет в последней серии? Скажу только то, что в конце видео вас ждет самая эпичная битва за историю Сумеречного леса. Приятного просмотра! Тогда начнем с того, что... О, господи, ты заморозил себя. Вам там удобно вместе? Как бы, что это такое? Ну да, Фройска, тебе там... Тебе там нормально вообще? Как ты там вообще оказался? Не понимаю, что... Вагонетка! Все сломал! Фальшивые стульчики, фу, фальшивые стульчики. Окей, знаете, мы тогда в прошлой серии добыли новые трофеи. Поэтому прямо сейчас стоит их, короче, повесить на стенку. А именно, это трофей Альфа Йети. Вот, выглядит он так, самый жирный, наверное, трофей. Ну, грубо говоря, папуас, да. И также самый главный босс той локации. А где же Фройска делся? Не видно, где же Фройска пропал-то? Здесь броня смотри, стояла. Глаз мини-ски есть. Смотри. Да, глаз. Вот. Как по мне, это самая некрасивая броня, да? Да, вообще. Да, вот. Моль съела броню! Моль съела броню! Смотри, Венчи, ты еще неправильно. Вот, мы берем вот эту картину. Так, я, стоп. Все, вот тебе твой трофей. Все, мы прошли Сумеречный лес. Всем пока, до новых встреч. Да, пока. Так как надо. Что здесь происходит? Я не понимаю. Ну так, ребята, мне, к сожалению, пора, потому что меня зовет пасьянс поиграть. Сказал, что типа там это, он мне сказал, что я не смогу пройти игру пасьянс за 2 минуты, поэтому это очень важно для меня, поэтому всем пока, все. Че ты радуешься, да? Вот, я вот здесь. С кем? А, господи, такое послышалось. Стоп, подожди. Кстати, стоп, воу, нам прям повезло. Нам нужны как раз эти катакомбы. Прям как раз этот данж, который нам нужен. Реально, прям сходу, чтобы вы понимали. Вот, отлично, смотрите, волшебные бобы и... амбионовая почва. Да, я еще ломать не могу. А, у них ваш квест. Это не ваш ачивки. Воу, что это такое? Воу, кстати, вот это к нам сюда придется потом в дальнейшем вернуться к этому блоку. Запомните, где он находится. Нам повезло, что мы уже... О, оно осветилось, вы видели? Оно засветилось. Ну это типа гоблинские какие-то эти, типа кота... Что это такое? Ну мне одному это что-то напоминает. Что это? Я вижу, нам здесь рады прям вообще. О, кстати, там... Камыши, вот серьезно. Винчи, смотри, вот эта трава, представляешь, Винчи? Вот трава. Да ну, что это? Зеленая еще? Трава зеленая, капец. Я думал, до этого она синяя. Иди со мной. Сейчас я тебя отнесу до 1000 миллионов блоков до барьера, и там... Вот, смотри, это жук. Господи, я всю жизнь мечтал его увидеть. Можно, в принципе, прямо сейчас, имея один боб, подняться на небо к великанам. Прям как в старой древней сказке, прикиньте. Какой красивый здесь, на самом деле, лес. Здесь прям хочется распалить костер и пожарить шашлыка, реально. Раз, два, три. Давай. О май бог, какая красотища, боб вырос. Она просто взяла за спавню. Вот, если бы, не, подожди, Фройска, смотри, если бы вот здесь оно вперлось в дерево, оно бы дальше не пошло, вот этот вот край. Я просто знаю, это факт. Ну, кстати, подождите, вы вот начали забираться, а... О, бобы, откуда? У меня еще есть одни бобы. Слушайте, мы... Чё за... Чё это за постройка бобровая? Слушайте, ну... Бобровая постройка. Ладно, хорошо, тогда, смотри, я вот здесь еще бобы посажу. Это более безопасно. Что делать? Чем ломать? Чем... Ой, спасибо. А что за фигня? Почему она не выросла ничего? Господи! Вы посмотрите, что там находится. Такса. Это мой брат. Это
таксы? Это древние таксы, а у меня древние винчи, прикинь. О, господи, с них кирка выпала размером с меня. Что? Да, есть. Есть, так, а теперь мне нужен меч. Что это такое? Слушай, у меня тоже получается такая штука. Кирка гиганта. Подожди. Вообще имба, слушай. Дай мне, пожалуйста, одного мне меч. Я хочу с мечом. О, господи. А у меня нет. Я просто в шоке. Я бью огромной киркой огромного себя с огромным мечом. Итак, это тот самый куб. Сейчас мы должны его сломать. Эту честь я хочу доручить такси. Есть, есть лампа огня. Супер. Поэтому давайте завершим это чертовое приключение раз и навсегда. Окей, отправимся на последний путь. Ну, не в последний путь. Это звучит как-то обезнадеживающе, но... Последний у папа жена. Ура, последний год, ура, конец, да. Да, радости полные штаны я вижу. Прям счастье зашкаливает. Вот так вот. О. И теперь мы типа при касании, даже при касании просто телом она должна разваливаться, поняли? Вот, аккуратненько вот здесь. А, здесь можно было залезть на гору и типа... О, здесь цветочки растут на этих деревянных. Смотри, какие красивые цветочки. Имба. Это мозоль на ногах. На пятках. Какая мозоль. Вот, все, палим, палим эту шнягу и... Просто выпаливаем, как будто это... Оно же крошится от касания, если напрягаешься. Что? А что это такое? А что это? Да зачем ты сломал эти гафиты мне дал? Они типа свежие, эти типа зеленые, еще не высохшие. Это нога бабки зеленая, тут нога бабки зеленая. Вот, я ломаю, вот видишь. И оно растет? Да. Серьезно? Его не планируют. Да. А ну стоп, я хочу сам. А чем ломать его? Киркой или топором? Топором. Вот, ломаю. Не, не зеленый, не зеленый. Вау, имба. Давайте не будем эту гадость распространять. Как бы типа мы ее выпаливаем. Ой, тут уже, в принципе, можно пройти. Ой, красота. Смотрите, здесь реально. Вау! Вот это имба, реально. Вот это локация. Смотрите, она. Блин, почему здесь все локации так высоко и такие огромные, типа, реально. Ну давайте заберемся еще на одну очень крутую гору и... Блин, это же просто охренеть какая махина. Просто шикарно. Вау. Не, ну... Камон, вот иероглифы какие-то. Это как, прям как будто... Как будто мы не в Майнкрафте, как будто мы где-то на Луне, серьезно. Или где-то там, не знаю, в каком-то космическом городе, потому что... Вообще шикарно. Вау. 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 Минушиков каких-то. Вау. Вау. Может, хватит активировать? Да, 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 да. Вау. Вау. Господи, что происходит? Как же это красиво. Окей, хорошо. Здесь куча дверей. Ой. А, это выход, это выход, это выход, это выход. Так, ладно, давай смотри. Это тоже выход? Это тоже выход. А, это, походу, 4 выхода. Слушай, это 4 выхода, да. Да, наверное. Блин, анимация имба, согласись. Я хочу это заменить, но в нашем доме заменить на эти дверь. Окей, мы тут с таксой потихоньку поднимаемся наверх. Так, опять же, слишком темно. Да, такса! Можно я сейчас такс забаню просто, он бесит уже. Я почти блок доломал, он не берет этот активирует. Ай-яй-яй, такса, как ты мог? Я бы себе не смог такого позволить. Окей. Они должны быть на самом деле здесь. Возможно, мы их встретим дальше, но, блин, смотри. И мне нравится, что здесь очень все просто. Ой, это что такое? Это что за дырка? Так, окей. Блин, такса, смотри, вот это клетка главного босса, это клетка главного босса, ты видишь, мы уже близки, мы уже близки, мы уже близки к финалочке близки-то. О, да. Ой, Кабольдик, Кабольдик, смотри, какой милый, слушай, родной, мы уже завершаем это прохождение. Ой, Эндермен, смотри, оу, я чуть не умер, я больше никогда не стану на край, серьезно, смотри, какая красота. Вот, смотри, про... Блин, я хочу туда, я хочу туда быстрее, как можно быстрее, там ворота красивые, я прям, ой. А что это за перец? Кто ты, воин? Можно вопрос? А, я его уже убил. Эндермен, тот самый говнюк, который меня хотел убить тогда. Давай, давай, давай. Смотри, он сейчас вернется. Он вернется, он вернется. Если что, кусай его сразу за пятку, понял? Если он вернется, кусай его за пятку. Хорошо, хорошо. Он должен был уже вернуться. Такса, Фроська, готовы сделать последний шаг в этом сумеречном лесу. Приключения. Это конец приключения. Все. То есть это двери последние, что мы откроем. Возможно.
Но это конец, конец сезона, и поэтому мы должны завершить его красиво. Сделайте эпическое лицо, пожалуйста, перед тем, как мы войдем в эти двери. Эпическое, фройское, не кривое. И сделаем это, окей? Да, мы сделаем это. Откройте чертовые двери. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Ох, какой здесь зал! Ух, как сколько здесь много всего. У кого здесь факела? Пожалуйста, поставьте факела. Здесь да, будет... Потому что они меня... будут респавниться. Они прямо на сторон неплохо. У меня гусеницы есть. Ой, здесь какой-то подвал. Итак, мы добрались до главного босса. В итоге этого чебурека просто не было на месте. Он не соспавнился, не захотел выходить на бой, не захотел сражаться. Просто убежал, он тросил. Но мы же все-таки намерены, мы дошли до финала, и поэтому в любом случае мы должны сделать какую-то анархию, сделать какой-то беспредел. Здесь должен быть финальный босс. Поэтому мы приняли решение заспавнить всех боссов в этом кубе смерти. Кубе. Короче, в этом квадрате смерти, вот. Парни, вы готовы? Да. Фроська умер. Он умер еще даже не начался сражение. Ну, в общем... Заспавните босса. Спавните босса. Давайте быстрее. Все, подряд сразу. Я вообще упал. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I'd like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't give back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough.